от що підказують нам українці? Strong instincts for survival. Підказують і указують на те, що так звана ідея, ідеологія, ідеологема кретинолога Дугіна – це насамперед обосрать все славянство своєї тупої кретиністичної ідеології. І указати всьому міру, що славяне – це нижча, унтерменша раса. От чего добивался и добивается Дугин и его чаморошная, чмошная кремлевская банда кретинов, дебилов, маразматиков и мракобесов. Но мы что, не такие кретины, чтобы не распознать его кретинизм? Потому что его идеология, философия заключается в том, что все то, что не может человек, славянин, организовать красивую, богатую, духовную, культурную жизнь свою, он эту жизнь и свою, и чужих должен разрушить, уничтожить. Для этого этот быдло-рогатник собирает банду пьяных, тупых, примитивных кацапов, к сожалению, и идет войной на тех, кто пытается эту жизнь человеческую, достойную, богатую также у себя создать, сотворить, даже по лекалам других образцов, других жизней, слепить все, что не удалось слепить ранее славянам из-за своей тупости языческой, джентайлс. Да вы возьмите и прикиньте просто географию. Везде, где правят и живут славяне, там везде разруха, войны, примитивизм, нищета, коррупция, воровство. И все это говно сводится в центр паханатов, которые володарюют, которые управляют этим воровством. Но сами они бабки свои содержат в банках развитых стран европейских. Но мы-то произошли от шведов. Мы шведы, украинцы. Мы об этом забыли. Не только шведы, норманы, датчане и тому подобное. И мы упали в этот примитивный мирок. Ну, назвались славянами, так назвались. Ну так зачем же обсирать все это? Обсирать и не давать славянам создать достойную жизнь, даже хотя бы такую, которую нет у славян, а есть у других рас, там, наций. Хотя это все чушь. Есть христиане. Есть другие деноминации, есть другие верования. Но есть цивилизация и примитивное быдло рогатое, не способное к организации достойного образа жизни, красивого, зажиточного, морального, религийного. И вот украинцы, время не было, но мне поляки перевели, что сказал папеж, папа римский, Франчишек, Франциска, о дочке Дугина, мракобески, которую взорвала ФСБ как консерву сакральную для сбора сакрального мяса на войну с Украиной. Еще одна невинна офяра. Вы представьте, вот этот, блядь, хмырь в сутане, Франциск, Франчишек, а какой-то дочке Дугиной знает и говорит на весь мир. Поляки даже на это реагируют, как на блевоту. Им противно даже себя ассоциировать уже с этим Франчишком, Франциском.
До чего мир докатился? Значит, он говорит, что уничтожайте себя, вы, быдло. А они будут жить, припевать и смотреть, как вы, кретина лошьё, себя уничтожаете там. Там ваши войны, там вы воюете, себя уничтожаете, себе на здоровье. А мы ваш газ будем качать, а вы себя уничтожаете. Вот концепция этого говнюка сраного, блядь, кретинолога Дугина и его, блядь, взорванной мракобесты. Вот украинцы до моей не совсем уж тупой башки сегодня таки дошло, доперло. После вот такого вот выступления Папежа, Франчишка, дошло, что ЗСУ, ВСУ Украины, оказывается, настолько мудрая, настолько интеллигентная, настолько крутая организация, что я в шоке. Оказывается, что планировалось вот, как бы закрепление 2014 года, взятие территории и закрепление, как в 2014 году при Порошенко. Планировалось это с вот такими хмырями в сутане, как Франчишек. А ЗСУ Украины сломало эти грандиозные ихние планы сраные. И вот этот так званый папа римский, ватиканский, Франциск, а на деле хмырь в сутане, мракобес ватиканский, проровнял себя, свою должность, которая была чуть ли не святой при Иоанне Другим, при Иоанне Павле Другим. Он сейчас ее обгадил через боязнь компромата путиновского, кремлевского. Он ее загадил, эту должность свою. Вот он мстит украинцам и Украине, говоря вот такую хрень, что дочка Дугина взорванная — это очередная невинная жертва, как бы, этой войны. То есть оккупант — невинная жертва. Отмороженный хмырь в сутане. То есть наша славная, интеллигентная ЗСУ Украины перекреслила, перечертила нахрен, выкинула планы Кремля и зажратой буржуазной, буржуйской Европы кинуть в очередной раз неньку нашу Украину. То есть, с одной стороны, они нагоняют страха с атомной электростанцией в Запорожье, перед этим Чернобыльской, нагнетают коллапс, Армагеддон. С другой стороны, почти 3000 долларов за газ. И еще раз стрим 1 будет, Nord Stream 1 будет отключен для Германии. Еще больше коллапс. Все силы, которые можно со всех сторон общипать, но никто не общипывает со всех сторон Россию. Она концентрирует все силы на Северодонецке, там, на оккупации юга Украины. А тут, прошу барзу, ЗСУ через окурок и бавовну наносит вот такое западло под названием «Продолжаем и дальше освобождение неньки нашей Украины». Продолжаем вместе с вами, дорогим миром, Европой и Америкой. Дальше, continue, не обращайте внимания на вот такая кидалово. Это не для вас и не для нас, оно вам и нам не нужно. Давайте дальше и дальше кропотливо, тяжело, настойчиво через кризисы работать, освобождая нынче Украину и ту же самую Рашку освобождая от режима Путина и от них самих же, потому что они же дебилы, макаки с ядерной кнопкой. То есть ЗСУ Украины превозошло самих себя. Ну, самих себя я имею в виду, будущие при Порошенко. То было еще то ЗСУ. Они вшент тотально уничтожили планы вот этой сраколизной Путину Европы, так называемой, и самого Путина. То есть приезжает Путин к аятоллам в Иран, и они цитируют Путина, что Украина хотела напасть на
Путина на Россию, и поэтому, значит, Рашка вторглась в Украину. То есть аятолла, глава духовной Ирана, повторяет всю срань, которую повторяют, ну, как анекдот, Лукашенко и с Путиным вместе. Шок. Ну да, хрен с ним, с аятоллами. Ну, Иран, он 100 лет уже там под санкциями. А то институция ватиканская, глава Ватикана, отец главный, папиш, говорит, что Дугина — это невинная жертва, овечка невинная. То есть он этим мстит украинцам, что афера, очередная афера с Путиным не состоялась. То есть они хотели развести с наездом, со страхом на Европу. Что такое Европа? Что такое Запад? Это у них, у Европы и у Запада Бог, Бог, Божок. Это зажиточность и деньги, и система. Красиво, все дорого, все крутизна. Но Божок ихний — это зажиточность. И они ничего знать не хотят, бороться не хотят. Сократили армию свою. Что Меркель сделала со своим Бундесвером? То есть эту чаморочную устрицу нужно привлекать по всем законам. Законам той самой Германии привлекать к ответственности, что эта сучара сделала с Германией. То есть это благодаря вот таким странам, которые боятся, которые ближе всего, которые познали, что такое концлагеря, что такое ГУЛАГи, что такое, блин, Сибирь, Польша, другие страны и тому подобное, Прибалтика. Вот они, познавши на себе все это чудо этих чаморочных, блин, кремлевских, блин, кидаловщиков, наперсточков. Ну, потому что, ну, блин, вот многомиллионные страны, такие как Украина, подалась на кидалово, к сожалению. Теперь приходится отрабатывать это все. И вот ЗСУ Украины всему миру доказывает, какое оно крутое.